Наша стройка по дешману. Дешманская строечка наша. В общем, что-то сопли побежали. У нас август месяц, последний день. Завтра 1 сентября, завтра все идут в школу. Ну, у нас дубарина такой, что тут вчера свет отключали, не удалось поработать, ветрище. Сегодня опять же, я уже курточку зимнюю доодел. Просидел почти весь день, ветер был, сейчас вроде поутих, но не совсем. То дождик моросит, то ветер, короче, работать вообще невозможно. Да еще что-то сопельки, ну ладно, сейчас, короче, он пошел нам поковыряться маленько. Хочу вам порекомендовать перед началом ролика, данного, который будете смотреть, канал своих друзей. Стройка ТВ, канал довольно-таки молодой, ребята развиваются, но показывают хорошие, качественные видосы, грамотные. Тоже про стройку, про отделку, очень много нюансов, моментов. Я, короче, у них много чему новому, скажем так, научился. В общем, много полезной для себя информации почерпнул. Мотаю на ус, запоминаю. Ну и общаемся с Дмитрием с этого канала. Интересные парни, они тоже два брата там строят дома, фундаменты, плиты заливают, караедят. Короче, весь спектр там услуг типа как нас, наверное, делают все. Я вас, короче, уверяю, если вам нравится наш канал, вы смотрите наши видео, то тот канал вам тоже понравится. Потому что ведут ребята легко, там, без выеживаний, все грамотно показывают, спокойно рассказывают, все по-нашему, как говорится, ну, по-мужицки, по-нормально, по-пацански. Вот. Ссылочка в описании, переходите, смотрите, подписывайтесь, лайкучки там ставьте, комментарии пишите, короче. Пишите комментарии, что от нас, от Захарят пришли. Все, а мы, короче, погнали смотреть ролик. Выход красного дракона. Вот так пока все у нас сейчас выглядит на данном этапе. Трын-трын-трын. Просто пирину одну я вымерил, сделал. Сейчас мне надо их... Сколько надо еще? Еще 5 штук, что ли? На ту сторону. Я уж не помню, короче. На ту сторону они будут чуть покороче, на эту сторону будут подлиннее. То есть смещен у нас центр. Стропильная доска. Стропильный брус, стропильная доска. Сейчас идем, короче, несем. Что, нам досок надо принести? Досок с улицы принести штук несколько, короче. Друзья, у меня сейчас камера, короче, брякнулась. Поставил же на самый конек ее там, наверх. Начал стропил это приколачивать, забыл. Колотить начал, она сыграла, и слышу, бам, прямо на отмостку сюда сбрякала. Угол тут сколола, блин. Ну, вроде стеклышки все, вроде живая. Вчера только на стриме начали сбор на камеру, на новую. Соньку хотим этот перекупить.
Еще посмеялся, говорю, надо собрать, чтобы как запасной вариант, потому что эта камера единственная, не дай бог, что случится, у нас сразу этот канал все прикроется, не на что снимать. На телефон, на мой, не вариант снимать, а на этот... А запасного-то нет варианта. И говорю, надо как бы нам запасную камеру. Только проговорил, и сегодня она у меня, короче, улетает. Вот эта короткая сторона, это будет длиннее, короче. Завтра сюда стропилы вымеряем, пилим и сюда собираем. Потом каркас еще усилять. То есть стропила поставили, веревку по коньку, видно, да, сделали. Для чего? Чтобы, допустим, когда накладываешь, у нас доска, коньковый брус идет. Можно навалить на нее, она может сюда ее выгнать. Убежать, короче, чтобы этого не было, чтобы все по ниточке тут, ну и там контрольно. Там погрешности небольшие, это хрен снимать. Если что-то большое, допустим, там, ну, сантиметров 40, допустим, выше, ниже, там надо уже что-то делать. А, сантиметров 30, так вообще пофиг. Шучу, время накреплю на саморезы, ставлю стропилы в размер, все подгоняю, чтобы ничего не убежало, все креплю на саморезики их предварительно. А потом же обязательно на гвозди проколачиваем. То есть на саморезах не оставляем это дело. Саморезы это как временное крепление, чтобы саморезом что точно подогнать, можно закрепиться сразу. Гвоздем если заколачивать, он все убегает как бы. Для удобств, короче. Так, временно закрепились. Сейчас. Вот эта плоскость. Вот так. Центр. И вот так вот останется. Щик, щик, щик. Что, все, основу сбахали. Так получилось, я уже слез, но потом покажу у нас, что как. Вот так вот идет. Как и говорил, это короче сторона, та длиннее будет.
решил, кто делать будет? А помогать? Никто? Егор. А Егор пошел картошку копать. Сегодня я без помощников, короче. Вот так. Всем здрасте, кстати. Кто новенький, сразу на наш канал подписывайтесь, ребята. И вверх пальцы. Мои помощники картошку купают. Егор, получается у тебя? Нормально? Нормально. Доски таскаем. На решетку. Ну все, наша кровля закончена, кровля, крыша, стропила и обрешетки, короче, сделаны.
Вот так вот все это выглядит. Из окна прямо. Осталось обзор пройти, снять. И сделать планки торцевые. Но это в следующей серии, короче, покажу. Подколотить упоры под торцевые планки, правильно, наверное, сказать. Как показывал, в общем, первая доска колотится, ну, с краю. Вторая, получается, меряется 300 миллиметров от края первой до середины второй. От края первой до середины второй. Дальше идет шаг 350. Можете от края до края, от центра до центра, без разницы. 350, 350, 350. Дальше сколачивается так же, как волна выходит. Тут получилось у меня, что спарить пришлось две доски. То есть 350, 350, встает сюда волна, и там конек дальше будет. И пришлось две, как бы. Тут вверху как получается. Вот так. Ну и все, ждем металл, кроем металл. По идее, если длинные крючки, то сейчас водосточку нужно делать, длинные крючки устанавливать, подгибать. Но у нас нету крючков, скорее всего, потом будем делать. На короткие с торца будем к торцевой доске приколачиваться. Ну и весь тюнинг, все дальше покажем. Ну вот так вот все снизу выглядит. Получается, голова качается. Да, он встает. Короче, смотрите, что у нас получилось. Те подпорки убрать на временные. Тут две затяжки идет у нас. Вот эти две стропилины на болты скрепили. Болт 12 с усиленными шайбами. Все, стянули, две затяжки. То есть у нас получился треугольник жесткий. Треугольник, как бы, он, ну, нормально. Вот этот узел, конечно, тут не совсем. Ну, посмотрим. У меня еще доска осталась. Мне главное кровлю сейчас закидать. Тут потом что-нибудь я еще, может, усилю. Распорки какие-нибудь сделаю. Колотить. От края стартовый, от самого низа до центра второй 300 миллиметров. А дальше уже от края до следующего края доски по 350 идет. Ну, или от центра до центра. Все по 350 шпарим. Вверху как получается, короче. Как выходит. Если надо, приходится две спаринг доски. У нас этот пролет получается длиннее. Здесь доски нормально все вышли. Чик-чик, видите? Все, волна выходит. А здесь получается чуть-чуть не то. Здесь пришлось две доски. Потому что под волну, если ставим, то конек некуда крепить. Если под конек сдвигаем, значит, волна мажет, провалится. Подписывайтесь на канал, колокольчик не забывайте. И ваши комментарии, комментарии. А у нас тут картошка копается. Там тоже мужики крышу колодят. Наверное, недели две уже там колодятся. Но у них чуть-чуть побольше крыши, чем у меня. Все бригады парят там. Ну, вот такой картофан у нас в этом году. Картофанище. Ну, пойдет, чуть более-менее. Тут вот выкопали 18 ведер с этого пятачка. И как-то смотрится вся эта шалобуга наша. Дом, и на фоне дома вот такая вот зверюга. Ну, ничего, как бы. Это получается, с этой, эта сторона длиннее на 80-90 сантиметров, что ли. Так где-то.